Теперь я схвачу мужчину, так просто делают сумоисты. Мы играем в игру Сумо Тори Мечты. Это основанная на мире физики игра сумо. Она о двух пьяных в задницу сумо парнях, которые собираются драться. Сделанных из блоков, я не знаю. Давайте начнем. Не будем откладывать. Я тот парень слева, Энтони, и осталось только разобраться. Я выиграл без прикосновения. Ты выиграл, я даже не знаю, как это посмотреть. Я выиграл. Я падаю, помогите. А, я упал. Проваливаюсь с моей спины. Чёрт, что, черт возьми, происходит? Я не знаю, это абсолютно неприемлемо. Я упал и теперь не могу подняться. Немного скептически отношусь к физике здесь. Вперед. В этот раз мы оба проиграли. Что, черт возьми, было? Мой как будто бы говорит, ха-ха, идиот. Иди отсюда, сучка. Я до сих пор не понял, как им управлять. Я как будто неудачно станцевал Макарену. Я не могу сделать даже один ровный шаг. Этим парням еще нужно учиться управлять. Очень долгое-долгое время. Я должен толкнуть... О, боже! О, мужик! Мой самопарень лучше. Нет! Боже! Дьявол! Как ты сохраняешь баланс? Мне помогают шары! Как ты сохраняешь этот чертов баланс? Мне помогают шары! А что с тобой? Что с тобой, мужик? Почему ты ходишь? Я не буду так всегда, я когда-нибудь научусь. О, да. Мой парень просто немного выпил. Да, да. И это не значит, что... Он научился вставать на ноги. О, это так клево. Это мило. Сейчас еще раз я выиграю. О, да. Попробуем еще раз. Лучшая игра в мире. Ну же, держись. Я выиграл. Ты выиграл. Я хочу попробовать на тебя напрыгнуть. Сейчас ты получишь. Боже. Постой, я попробую на тебя напрыгнуть. Окей, попрыгнуть. Бери свою ногу. Смотри на это. Бери свою ногу, сучка. Ты вообще пытаешься делать? Бери свою ногу. Ощущение, что тебе одиноко, мужик. Так, трясы потрясающе. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Стой, стой, стой. Боже, это чересчур его напугало. Тебе главное не попасть. Стой, стой, стой. От тебя уйти невозможно. Обними меня, бро, обними меня. Ты же видел то видео, где реально пьяный парень пытается догнать свою девушку? Да. Это очень похоже на то. Я сомневаюсь в реалистичности этой игры. Я тоже, реально. Раздави. То, что мы делаем, немного неправильно. Это было плохо. Боже. О мой бог. Я танцор. Мужик, тебе стоит быть осторожней. Серьезные скиллы брейк-дансера требуют жертв. И я собью тебя в прыжке. Можешь стоять ровно, я попробую сбить тебя в прыжке. Ты готов? Да. У тебя это получилось. Скоро чемпион сделает чемпиона. Девочкам. Чемпион чемпиона. Давай, давай. Этот парень после своей победы решил убить себя. Я бы назвал это пьянец. Пьянец-симулятор. Да, да. Если посмотреть на эту игру со стороны, то кажется, что она просто про пьяных. Я бы добавил туда людей. Сейчас я надеру задницу тому парню. Вот дерьмо! У тебя получилось! Это вышло совершенно случайно. Впечатляет. Впечатляет. Что ж, это очень впечатляет. Я знаю, как ты управлять сумо. Тайбрейкер! Давай! Как ты удачен! Игра выиграна! А что за одиночный режим игры? Я не знаю, попробуй включи. Чем он должен отличаться? Ты что-то должен будешь с него сделать, наверное? Это ты. Это ты. А, это я. Покажи ему. Иди ко мне, бро! Я пытался толкнуть его. Попробуй его сдвинуть. О, мой бог! А, это... Это немного не то, чего я ждал в этом режиме. Окей, давай попробуем раунд 2. Уйди, свали, ты мне не нравишься. Черт, а все шло лучше и лучше. О, да, отличная позиция. Что ты делаешь? Он странно схватился. Это йога? Йога фейл. О, да, вот сейчас ты правда выглядит как времяпрепровождение двух пьяных людей. Да, ну почти. Осторожно.
газ на полную! Очень странно было говорить полный газ, когда я на него надавливал. Чувак, он просто поскользнулся. Ты сукин, блять, сын. Отвали, отвали от моего лица. А так. Еще одно очко, и он выиграет. Проваливай. Теперь моя очередь играть. Свалю тебя. Может быть, стоит попробовать какой-нибудь другой метод? Может и стоит. Главное, сначала не бить его по лицу, а потом не пытаться убежать. Свали отсюда, сынок. Да, вот так. Да. Так ты точно станешь победителем. Да. Стой, сам пытается встать. Это и правда кажется странным. О, нет. Захват лицом. Я поражаюсь этой игре. Полный газ. О, боже, я не могу на него давить. Да, а сейчас попробую. Полное давление. Да! Сваливай с моего ринга, я сумо мастер, сучка. Чё? Я прям сделан для победы. СДП. Да, игра закончена, сучка. Тебе 5 очков. Оу, он еще что-то пытается сделать. Так как мы уже ушли с уровня нубов, я предлагаю вернуться. Давай сыграем финальный раунд. Финальный раунд! Сделаю тебе. А, подскользнулся. Я слишком быстро нажал кнопку, а другой отпустил. Вот сейчас этого точно не повторится. Конечно, не повторится. Свали отсюда! Да! Ну сейчас ты тоже вроде споткнулся. Споткнулся вверх. О боже! Сукин сын. О боже! Ну хоть сейчас нормально. Окей, еще раз. Вперед! Ну я же тебя толкал! Мы используем настоящее сумо. Парень реально выпил. Зачем он так? Ему не стоило. Заметь, он на него даже не давит. Как ты мог заметить, я владею своим телом как мастер. Вперед! Сваливай! Окей, ты готов? Вперед! Что? Почему он просто прыгнул и решил умереть? Что ж, потому что хотел покончить с собой, тупица. Черт, окей, они мыслят одинаково. Этот парень тоже решил покончить с собой. Этот парень, о, да! Этот парень пытается хоть как-нибудь встать. Выходит встать только на свой зад. Передвижение на заднице. Как то ни было, нам пора заканчивать. Не хотелось дальше продолжить. Эта игра очень в себя погружает. Именно об этой игре вы, ребят, очень много нам писали всю прошлую неделю. И на протяжении всей игры я вот лично ничего не понимал. Но это было забавно. По-дурацки, но забавно. Да, видите, как нам нравится? Пишите в комментариях еще больше забавных игр. И тогда, возможно, у них поиграем. Так? Да! Поиграем в игры, которые вы нам говорите. Окей? Да, ладно, пока. Перевод и озвучка Виски. Не забудь добавить это видео к себе. Так что пойми нашу группу Смош ВКонтакте vk.com/смош. Ага.